Всем привет! С вами Ирина Шмыгова и коротко о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, 13 июля в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем по области от 27 до 32 градусов тепла. В Ульяновске плюс 29, плюс 31. В течение дня атмосферное давление будет слабо падать. К этому часу о погоде все. Хорошего вам дня! Грандиозная распродажа ивановского текстиля в Ульяновске. Огромный выбор, низкие цены. С 6 по 25 июля. ТК «Спартак», первый этаж. Минаева, 11.